Всем привет! Меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер. И вы на канале Шикаяма, и в этих выпусках мы с вами обозреваем сладости, которые мы купили в магазинах Европы, Хорватии. Ну, в общем, вы уже видели, наверное, несколько моих обзоров, парочка там была. Мы решили сегодня поехать куда-нибудь повыше и найти какое-нибудь место. Приехали мы в деревушку, называется она Диговичи. В общем, очень колоритное местечко, мы среди гор, никакого моря здесь не видать. И теперь что мы будем обозревать? Сегодня на обозрении, на обзоре у нас вот такие конфеты. Я их первый раз вижу, их купила мне жена, говорит, давай попробуем. Кстати, сделаны они в Италии, в Москве я их не видел, фирма какая-то Лайкинг. Это фирма Лайкинг, вы должны все лайкать. Ну, короче, открываем. В общем, фишка в чем? Что здесь написано, что это карамель. Но при этом она должна быть газированная. Интересно, как они это сделают. Давайте открывать. Прикольная такая. Упаковочка у нее. Так. Ну, она белого цвета, прозрачного. То есть, как бы, Кока-Кола же должна быть коричневая. Неважно, пробуем. Ну, может, она газированная внутри, но снаружи не особо. По вкусу кола. А вот она там пощелкивает. Ну, в ней тоже этот сахар, взрывающийся сахар, замешан там где-то. Иногда пощелкивает. Ну, слушайте, на самом деле такая ерунда, чисто... насыпать где-нибудь в мисочку, поставить на кухне, чтобы гости приходили, могли там съесть карамельку. Или в машину бросить вот такой пакет. Очень удобно, даже если рассыпется, ничего страшного, они каждая упакованы. Вот. Также это ничего особенного, ничего интересного. Просто, ну, вкусная конфетка со вкусом Кока-Колы, иногда пощелкивает сахарок. Да. Вот. Всем спасибо большое за просмотр, вот они как выглядят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И вообще оставьте свое мнение, что реально искать другие места интересные для съемок. Или море, оно все-таки всем милее. Все, всем пока, ждем вас снова.